19 мая отмечается День русской печи. Как универсальный агрегат, белая русская печь сформировалась к 18 веку. Это устройство позволяло не только высокоэффективно, с КПД около 70%, обогревать жилище, но и готовить еду, причем в нескольких режимах. Кроме того, печь использовалась для банных процедур, а также как спальное место повышенной комфортности. Народный фольклор сохранил экзотические способы эксплуатации отопительного агрегата. Печка могла служить средством передвижения, укрытием для беглецов и концентратором силы богатырской. Не зря же Илья Муромец провел на ней 30 лет и 3 года. Ну и, конечно же, по особенностям горения дров в топке и характеру поведения дыма, идущего из трубы, можно было прогнозировать погоду. Приближение холодного фронта, например, безошибочно указывал стелящийся по земле дым. 19 мая в республике по-прежнему холодно и сыро. Днем облачно, временами осадки. Температура воздуха 10-12 градусов тепла. Северный ветер 8-11 метров в секунду. Ночью облачно, с прояснениями. Температура воздуха 11 градусов. Ветер западный 4-7 метров в секунду.